старший детектив Шенк. Нам нужно знать, где он. Насколько мне известно, он в тюрьме. Однако он не в тюрьме. Разумеется, нет. Вы обещали помочь мне. Вы знаете, что они сделали с моим сыном. Я должен остановить его. Я все еще коп. Уже нет. И если откажетесь сдаться, тактический отряд вас ликвидирует. Надвигается что-то ужасное. Джон, я смотрел тебе прямо в глаза. Мне было любопытно. Я хотел понять, увидишь ли ты, на что я способен. Ведь в этом весь ты, не так ли? Человек, который знает все о таких людях, как я. Зачем он сообщает об этом? Хочет, чтобы мир считал его кошмаром, который сбылся. 20 на то, что найду его быстрее, чем вы меня. Давай 50. Я знаю этого человека. Я смирюсь с тем, что придется сделать. Теперь видишь меня? Я так всем этим наслаждаюсь. Пусть наступит кошмар. Потому что я готов. Лютер, падшее солнце.